Алло, да, брат. Ты в эфире. Что случилось? А как включить помощник в парковке? Ой, в это, в пробке помощник, как включить, не помнишь? Серый, ты знаешь? А как? А как вы на ней ездили-то? Помощник-то, брат. Который в пробке, который ты на тормоз не жмешь, он держит тебя дистанцию и сам едет. Сейчас, Вася, я тебе одну тему покажу. Так, догони Порше. Смотри, вот про что мы говорили. Вот. Вот Порше впереди, а жопа у него такая же, как у этого Ауди. Ну да, очень похоже. Секундочку. Это, видимо, сейчас, они сперли. Ну давай ты на Киеве, ты на Дженезисе же. Че ты, давай. Вали, боком, во. Парни, вот вы там поаккуратнее. Короче, все автомобили становятся похожи друг на друга. Здесь же можно еще заказать билеты на самолет. Да ладно. Серьезно, в Q7 так было. Смотришь погоду. Закажи два билета в Солсбери. В Солсбери? Сейчас попробуем. Так, на Серегину карту? Чувак, на его. Блин, сосиски. Надеюсь, машина на тест будет не белая. Или снег бы пошел красный. Ну. Awesome. Алло, привет. Здрасте. Здрасте, Настя. А можешь батарейку еще маленькую взять, мизинчиковую, там будут у вас? А у вас есть батарейки мизинчиковые? Да. Есть. А, у вас такой все тоже есть. Так это ваш. А, тогда понятно. Пошел, стоп. Холд. Холд. По сигнали ему х**тал. Мы ему сейчас снимем его и штраф ему пришлет. А мы же на парковку вроде вот на эту, нет? А, я не знаю. А куда едем? А мы куда едем-то? На парковку или где Динамо? На парковку, которую тебе как объяснял. А мы не туда уехали. Мы потерялись. Дорогие друзья, сегодня в большом тест-драйве встреча с автомобилем, который заставляет себя влюбиться. Но в условиях русской зимы, когда на дорогах грязь, снег, лед и прочее говно. И когда мне сегодня Рустам Иванович рассказал о том, что на 20% упали продажи у компании Audi в России по сравнению с конкурентами BMW и Mercedes, я понимаю, что речь идет о нескольких ошибках, в том числе ошибка с позиционированием Audi на российском рынке. Золотые слова, говорит Сергей Валерьевич. Людям нужно не то чтобы внушить, а объяснить, что Audi — это машина не для покатушек в Яхраме, где ежегодно зимой устраиваются заезды по пересеченной местности для фанатов и уже для владельцев Audi. А надо объяснять, почему в этой машине, в частности А7, да, настолько охерительно стоит на дороге, внушает такую уверенность в вождении, обеспечивает такую безопасность благблагодаря полному приводу, пускай даже измененному. Пускай даже не Торсен, мать его. Да, по сравнению с тем, что предлагают Fomatic, Fomotion, X-Drive и прочие, так сказать, разрекламированные системы, от которых, на самом деле, Рустам Иванович, если бы не ваша юность в Таджикистане, да, ваше очко бы играло бы по полной программе там, где на Audi вы чувствуете себя, как будто вы лежите дома на диване,
Вот. Мы обеспечиваем безопасность вашего очка. Вот слоган для компании Audi. Ребят, итак, Audi A7 2018 модельного года в большом тест-драйве. Ну и наслаждайтесь классическим, я бы так сказал, силуэтом любого автомобиля Audi. Что с головной оптикой, Серег? Как светит на дороге? Обычно он не называет меня словом Серега, но сейчас очень много людей на съемочной площадке, много туалетной бумаги, гитары и прочего говна, поэтому он перешел на сленг. Короче, как оптика? Оптика, как всегда, охерительная. Я бы обратил внимание, на самом деле, на филейную часть, ребят, потому что... Глобально общая концепция не изменилась. Это четырехдверное купе, и все, что смогли сделать дизайнеры Audi, это влепить сюда вот эту светодиодную ленту вдоль всей крышки багажника, правильно? А давайте скажем следующим образом. Audi взяло и Porsche, и вообще Volkswagen Group в своих, так сказать, премиальных автомобилях наконец-то распробовала главный принцип дальнобойщиков. Мало света не бывает. Точно. Правильно? Каждый сантиметр квадратной оптики позволяет вам быть заметным на дороге. И фактически вот эта вот, так сказать, горизонтальная красная полоса. А где ключи? Ключи от машины. Ну, сейчас я вам покажу фишку. А, вот они, ключи. Нормально. Закрываем. Так. Вот, вот эти бегающиеся. Ребята. Это, кстати, за дополнительную плату. Это дискотека. Сейчас открываем. Не, не успел. Сейчас, смотри, вот. Опа! А ну-ка, с зонтом. То же самое. Давай, секси, секси, секси. Опа, оп, оп. Вверх-вниз. Богдан Тита. О! Вот урод, а. Короче, ребят. Так, верните зонт. Зонт, кстати, ГТИ. Бесплатная дискотека на вашем парковочном месте. А ГТИ, знаете, как переводится? Готов к труду и. Значит, но на самом деле глобально изменилась только корма. И корма стала реально охеренной. К передку главный вопрос. Audi в своем исполнении это тот же самый автомобиль, который мы знаем последние 10 лет. Я имею в виду именно передок. Значит, багажник в объеме не изменился, 535 литров. Держи, Сер. Давай, держи. Давай. И еще там дискотеку, давай. И теперь наш любимый эксперимент. Выберется наш среднеазиатский друг сам или ему придется помочь? Вылезай, басурманин! Этот тест называется «Сделана ли машина для Америки или для Европы?» Ну что, не может вылезти? Ну пусть пытается. Стучит. Но не... Так. Так. Не можешь вылезти, бусурманин? Не, не могу, и поломал что-то. Вот урод. Ты сломал ее. Да не-не-не. Ты почини. Кстати, ты что же... делаешь? Сейчас порвешься. Не порю. Те же самые кнопки мы с вами видели в крышке багажника автомобиля Bentley Continental стоимостью 18 миллионов рублей. Порвал. Сейчас, да нет, вот так вот здесь все. Так, закрываем. Значит, дать. Да ее просто. Короче, для непосвященных все как в Шкоде Октавия. Дальше, поехали. Значит, самый главный вопрос. Да. Помещается ли задний пассажир вот такого размера? Так. Башкой. Но непонятно, правда, кто сидел за рулем. Неважно, я про голову. А, про голову? Нет, место есть на самом деле. Есть место? Нет, но все равно. Видите, у вас волосы смазаны какой-то сраной мазью. Да. И, в принципе, уже начинают натирать жирные пятна на потолке. Это мазь Вишневского, чувак, ты че? Это не сраная мазь. Погоди, это из жопы, что ли? Вот идиот. Значит, на что я бы обратил внимание? В этом автомобиле будет обилие мультимедийных экранов. И даже за климат-контроль для задних пассажиров, пассажиров заднего дивана, который вот разделен, кстати говоря, вот этим очень высоким тоннелем, будет отвечать тоже тач-экран. Это очень круто. Две USB-зарядки. Так, давайте посмотрим на двигатель. Открывай. Ну и гордость немецкого автомобилестроения. Значит, две фишки нужно обязательно использовать. Давайте, мы выполняем роль маркетолога, да. Который в этот Новый год пока что еще не прислали нам ни календарь, ни портмоне, ни даже свечку, как сделали это люди из компании Bentley. Дорогие друзья,
мы хотим поблагодарить наших партнеров, компанию Bentley, за новогодний подарок. Нам прислали вот такую замечательную коробку, и я подозреваю, а какой что, пакет, Серега? Что там внутри часы. Настоящие часы Bentley. Открываем, так. Снимаем целочку. Стакан! Стакан! Нет. Со свечой! Вот это и класс. Запах Bentley! Это есть зажигалка? А у нас датчики тут. Спасибо большое компании Bentley за стакан и за свечу! Любим вас! С Новым годом! Да! Так вот, на самом деле, опять же, если сравнить Mercedes, BMW и Audi, у Audi среди заряженных двигателей, у нас здесь индекс 5,5, но это 340 лошадиных сил. Это V-образная шестерка с турбонаддувом. Так вот, ребята, вот этот охерительный двигатель. Бензиновый. Да, жрет всего лишь примерно 8,5-9 литров при нормальной эксплуатации на загородной трассе, динамичной. Этот мотор гораздо экономичнее подобных того, что мы встречаем у Мерседеса. И у BMW. Ну, BMW ближе немножко, да. Но у Audi два составляющих. Полный привод, который дает вам не только ощущение, но и возможность быть управляемым, безопасным на дороге и совершенно экономичность таких заряженных моторов. Потому что обычно, если мы говорим, что вот зимой достается тачка с 340 лошадиными силами. Нихера ты сказал. И ты думаешь, твою мать, ну надо же было это летом катать. Ну как можно зимой использовать такие лошади? Но на самом деле полный привод позволяет вам именно использовать их зимой. Значит, на что стоит обратить внимание? В России доступен только один двигатель. Это действительно V-образная шестерка с индексом 5,5. А в Европе доступен автомобиль с дизельным мотором трехлитровым. Ну, классический. Здорово. Которым будет гораздо больше крутящего момента. Но что самое интересное, там будет классический восьмиступенчатый автомат и тот самый, мать его, Торсен с классическим приводом Quattro. В отличие от двух муфт, которые здесь отвечают за полный привод. Ты как и, это запомнил? И здесь робот еще, чувак. Да ладно. То есть там восьмиступенчатый автомат, а здесь семиступенчатый робот. Ну что? Короче, мы внутрь? Должны пойти внутрь, потому что у нас нет шарфа. Точно. Или шарфа. 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 Никита Сергеевич Михалков меня поправил и сказал: Рустам, шарфа. А вы его спросили, вам мужчины нравятся? Об этом его спросил Дудь. Какой неприличный вот этот молодежь это, да, пошла? Да вообще, сраная, согласен. Залезай. Осторожно, с бордюра съезжайте. С какого? Тут небольшой бордюр, они заехали. Да ладно. Да, аккуратно, здесь? Он высокий. Высокий? Да. А как вы сюда заехали-то? Аккуратно заехали. Как тесно-то, поиграй. Ой! Ой! Товарищи, ну ты будешь, Ваня, Вася. Я молчу. Все, молчи. Так. Давай, вырулим. Смотри, без уважения относятся, твари. Потому что им не видно, что это такое. Я еще раз могу повторить об этом прекрасном автомобиле, товарищи, что вызывает действительно уважение в этой тачке. Это управляемость во время нашей зимней, это называется словом «распутиться». Вот это распутится. Это распутится. Чувак, это грязь. Ну, грязь, да. Это просто грязь. Грязь, снег. Но дело в том, что вы-то у нас как столичный житель, да? Вы же живете в центре Москвы, на Кедрово. Да. Снимаю квартиру, к сожалению. А я живу в деревне. Да. И у нас хорошо... В деревне у вас. Да, у нас хорошо, если раз в неделю приедет трактор, который уберет снег. Мы, конечно, пользуемся деревенские тем, что он белый, там нет реагентов. Но, с другой стороны, его никто так часто, как в Москве, не поливает, не убирает. Поэтому я сталкиваюсь с тем, что выезжать надо, в общем-то, иногда по-настоящему снежному бездорожью. И вот Audi, как раз А7, и помните, R7 в прошлом кузове, да, производило впечатление, ну, просто феноменального автомобиля. И вот в городе это можно почувствовать, только если ты едешь вот по этому говну и в сильный снегопад, как ты с места стараешься
стартуешь. У тебя ни задницу не заносит, ни нос, да, ни, нет никакой пробуксовки. Просто машина, как по рельсам, начинает уходить вперед. Это как раз преимущество аудюшного полного привода. И при этом ты не платишь за это феноменальные деньги, да, даже имея мощный мотор. Ну, кстати говоря, если сравнивать с прямыми конкурентами, с тем же самым купе от Mercedes и от BMW, значит... Я так понимаю, что, в принципе, это один из самых доступных вариантов, потому что BMW и Mercedes, ну, в хороших комплектациях будут стоить гораздо дороже, чем Audi. Ну, то есть, если вы хотите прийти в этот класс автомобилей, то Audi будет являться автомобилем выбора. Значит, ребят, что изменилось в интерьере нового Audi A7? Все изменилось. И теперь, с точки зрения этой платформы, на которой построен этот автомобиль, это MLB Evo, на которых построены все премиальные седаны концерна VAG, да, и кроссоверы. Ну, вот посмотрите. Нам, Серега, очень понравилась вот эта полка. Просто гигантская полка. Хотя нельзя сказать, что мы видим ее впервые. Да. Но выполнен вообще, на самом деле, сам дизайн интерьера гораздо интереснее, чем в Audi A8. Да? В Audi A8 все как-то скучнее, примитивнее, аскетичнее. Нет, в A8 напрягает следующая штука. У вас слишком много этого черного глянца лака для представительского седана. Седана. А здесь не напрягает. Ну, есть, опять же, вопрос, как и в Bentley, да, почему выбран в качестве вот этого материала отделочного именно глянцевый лак этот. Ну, для того, чтобы закошмарить, естественно, верхний монитор. Да, да, да. Значит, ну, посмотрим. Вот здесь у нас воздуховоды расположены. Вот это деление на два этажа делает визуально не такой широкой, да, само делает не таким широким само торпеду. Но посмотрите, какая история-то интересная. Вы оказываетесь внутри все-таки высокого торпеда, в отличие от BMW, которая в последних своих дизайнерских изысках ушло на падающую торпеду, которая как бы скатывается к вам. Ну, хотя прежде всегда именно BMW была машиной, которая позиционирует водителя, как, которого сидит, например, сидит в каком-то, да, спорт. Ну, посмотри, они на самом деле развернули, да, вот этот монитор немного в сторону водителя, то есть по BMW-шному. У нас полностью цифровая приборная панель, это опция, значит, два небольших подстаканника. А, ну самое главное, ребят, обратите внимание, у нас с этого центрального тоннеля исчезло что? Что? Тачпад, наконец, исчез, блядь, пережиток прошлого, от которого надо было избавиться, ну, я не знаю, там, лет 5 или 10 тому назад. Ну, то есть вот здесь что-то подобного рода осталось, но это просто накладка. Самого тачпада нет. Теперь у вас полностью тач-дисплей с очень хорошим откликом, да, с быстродействием, с отличной музыкой. С виброоткликом. С виброоткликом. Можно настроить, вас будет сопровождать любое ваше действие, как и в блоке управления климат-контролем, так и в мультимедиа-системе, вот этой двухэтажной, звуком, да, в аудиосистеме. Значит, ну я что могу сказать? Range Rover Velar, да, был первым автомобилем, в котором была представлена двухэтажная мультимедиа, но вот с точки зрения реализации, мне кажется, самый интересное пока это именно у Audi. Ну вот ничто не напрягает, да? Мы впервые с тобой на автосалоне увидели, сказали, о, круто. Вот о чем я говорю. Мы с вами разгоняемся. 5,3 до сотни. И машину вообще не тащит. Это и есть полный привод Audi. Причем в этом автомобиле, ребят, еще раз повторим, да, это две муфты, это не Торсен. И никаких нареканий к работе именно этой системы полного привода, да, на этом автомобиле у нас не возникло. Значит, что касается подвески, опять же, опционально. Я не знаю, как Сереге, мне показалось, что машина чуть более жестче настроена, чем, например, та же Audi A6 или Audi A8. Но спорта наверняка должно быть больше, конкретно в этом типе кузова. У нас еще и полноуправляемое шасси. Вот что делает эту тачку абсолютно безупречным автомобилем с точки зрения того, как этот автомобиль ведет себя на дороге. Это тоже опция. Значит, по подвеске у нас доступны опции пружины. Соответственно, вторая опция – это спортивная заниженная подвеска на пневмобаллонах, я так понимаю, и с адаптивными амортизаторами. Ну, в общем, все, что только возможно было себе представить с точки зрения опций по выбору подвески той же самой, компания Audi представила. Так что выбор за вами. Значит, вопрос, в каких комплектациях автомобили будут представлены на российском рынке. Да, если мы все-таки говорим для несколько слов, скажем, потенциальным владельцам, потому что помните, после теста R7, да, мы встретили в одном из аэропортов, встретили человека, который, привет, брат, ты наверняка уже сменил Прага. Да, вот он после нашего теста купил R7 вот и остался, ну это не Bentley, извини, согласен. Остался довольным, но, значит, не помню, вот мы тоже
R7 тестировали зимой. Да. Но то ли что-то случилось, то ли была другая погода тогда по сравнению с сегодняшней грязью. Значит, я обратил внимание на то, что и зеркала, и стекла, через которые ты, соответственно, смотришь в зеркало заднего вида, наружные, они запачкиваются. Да, вот в грязную погоду, конечно, опять же, мы повторимся, рекордсменом, так сказать, за Jaguar является Jaguar, да, и, соответственно, Land Rover. Это, так сказать, лидеры непререкаемые в данном конкурсе. Надо еще постараться, да, чтобы переплюнуть их. Да, но здесь имеет место быть. То есть вот где-то за 50 километров, наверное, 40-50. Смотрите, какая женщина. Отличная женщина. Очень, очень хорошо, что вы еще помните о женщинах. В колготках особенно. Короче, про грязь. Так вот, да. Короче говоря, грязь забивает видимость. И вот что очень важно. Эта машина внушила мне некоторый оптимизм в плане наступления эры всеобщей роботизации и этого сраного искусственного интеллекта. Да. Потому что когда вот в этой грязи начинают один за другим отрубаться помощники, да, контроль в полосе, измерение дистанции, станции до впереди идущего, и машина слепнет, и только вот появляются восклицательные знаки, что типа эта система не работает, это не работает, та не работает. Это Россия. Да, и хочется сказать создателям искусственного... Мы убьем любой искусственный интеллект. Да. Может быть, вы, конечно, со своими системами будете круто чувствовать себя в Африке, вот, но Россия — это то место, где надо что-то придумать новое. Давай так скажем. Дадим бой искусственному интеллекту. Поле битвы — Россия, правильно? Да. То есть мы будем... Давайте так. Мы и есть сопротивление, я бы так сказал. Давайте так, засадим наш аналоговый хер. Прямо между булок искусственному интеллекту. То согласен с тобой здесь. Ну, потому что, к сожалению, действительно, эти нужные и очень интеллигентно работающие, как раз у Audi, такие помощники, как поддержание в полосе, да, и прочие сервисные, так сказать, вещи, они реально в нашу зиму, они перестают действовать. И, то есть, идут нахер. Правильно? Значит, что касается стоимости, от 5 миллионов, если мне не изменяет память, 5 миллионов 200, 5 миллионов 300. Двигатель один и тот же. А в России доступен только бензиновый V6. И полный привод. Ну, полный привод не Торсен, ну и, соответственно, семиступенчатый робот. А все остальное это типа дизайн? Ну, а все остальное, вот, пожалуйста, все эти навороты. А верхняя планка? Она не... Бесконечно, как ты понимаешь, может быть. Ну и ждем RS7, правильно, на тесте. Тот автомобиль, к которому мы прикипели в свое время. Серега. И вот что надо сказать, ребята, у нас же в том предыдущем кузове, для тех, кто делает выбор между, грубо говоря, RS7, да, и Audi A7. И A7. Да. В прошлый раз, когда вот кузов A7 только вышел, была у меня, Рус со мной согласится, большая проблема. В обычной A7, вот в которой мы сейчас едем, в обычной, да, не в R-ке, сиденье водителя было очень высоко задрано, ты сидел как будто на табуретке. В сравнении с RS-кой. Да, в RS-ке все было нормально, ты утапливался на самое дно, здесь все нормально, все комфортабельно, все визуально просматривается, то есть проблем нет. Выбор только за вами в плане того мотора и тех денег, которые, естественно, есть. Значит, я бы еще отметил, что теперь автомобиль ближе с точки зрения технологий, наверное, да, и позиционирования К8, чем К6. Ну, идеологически. Идеологически это ближе автомобиль К8. Соответственно, надо понимать, ну, креслом, да, у нас вообще нареканий нет. То есть он очень комфортабельный с этой точки зрения. Да, это купе, да, это четырехдверное купе, но, да, чуть жестче, чем А8, да, но не такой не такие расслабленные настройки подвески, как в А8. Но в целом вы будете себя комфортно чувствовать как на водительском кресле за рулем, так и на любом пассажирском сиденье. Все остальное, ребят, ну вот эти все навороты, которые есть, ну эти Audi Drive Select здесь можно. Ну, в общем, настроек гигантское количество, навигация у нас, все прорисовано, медиа, радио. Ну, да, короче, рукоблуды хоть на полчаса отвлекутся, да, от своего занятия. Да, тут все есть. И погода вон у нас, пожалуйста. Да все. Слушайте, ну, тут уже на таком уровне реализовано самому... Вон, посмотрите, как круто сделано. Не каждый сегодня iPhone может похвастаться, не каждый смартфон такой реализации, визуализации тех или иных опций. Правильно? Правильно. Так что у нас не здесь? Не каждый. Не, ну все, круто. Про звук сказали, про все сказали.
И самое главное, я бы еще на что, может, обратил внимание. Да, идеальное сочетание всех материалов. Ну, даже вот этого пластика, которому огромное количество вопросов. Кожи, просто пластика. Я да, бы сказал, что мы находимся в салоне с техногенным дизайном. Да. Единственное, на что я бы еще раз обратил внимание, то, о чем я говорил в самом начале. Да, морда, вот, к большому сожалению, морда, она вот такое ощущение, что последние 10 лет мы видим автомобили Audi с этой мордой. То есть корма изменилась, и корма теперь напоминает Q8, A8, да, соответственно, Audi A6 очень близко по идеологии, A7 вот с этой кормой. Но, блин, с мордой что-то надо, чтобы они сделали, да? Потому что есть этот Hyundai гребаный с этой мордой, блядь. Есть этот Питер Шрайер, который кинул их, правильно? Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. Совсем скоро на нашем канале 1 000 000 подписчиков, и мы разыграем автомобиль из проекта «Тачка за 100 тысяч», правильно? Но смотрите, даже в тачке в этой, даже австрийская немецкая кола. Ты понимаешь, что это фашистская кола? Понимаю. Гитлер же вот оттуда, тварь. Ты посмотри, а. Ох, ебать, копать. Живой? Да.